Знаете ли вы, что скрывает Brawl Stars? Многие могли подумать, что это просто игра, и скрывать она ничего не может. Но как же вы ошибаетесь? В данной игре есть куча бравлеров, но именно три из них что-то скрывают. Это троица Рика, Дэрил и Карл. Никого не напоминает? Это же те самые персонажи из «Ходячих мертвецов». С огромной вероятностью они являются шпионами в игре. Но зачем? А вы просто посмотрите на этот скин и на этих персонажей. Они же зомби. Из этого мы можем сделать вывод. Скоро в Brawl Stars добавят сиреноголового. Я сиреноголовый, ла-ла-ла, ты же попробуй, ла-ла-ла.